из синего угла. Кандидат в мастера спорта по боевому самбо, победитель турнира «Расти», КМС по вольной борьбе, участник турнира «Дорога в Китай», возраст 26, росту 65, бойцовский клуб «Таймай Бас», рекорд 3 победы до поражения, из Кыргызстана, Бекмамай Улу Нурсултан. Его соперник, мастер спорта по боевому самбо, наградный победитель открытых чемпионатов по боевому самбо, 23 года, 170 рост, бойцовский клуб «Айкулманас». Дебют на этом ринге в октагоне. Также из Кыргызстана Орехом Урвай. Рефери Артем Инокрев. Середина, бойцы. Команды, мы внимательно слушаем, запрещенных действий не делаем. Ручки пожали. Hey!
Итак, закончился первый раунд. Только здесь, в Санкт-Петербурге, на турнире вот этой Маш Федерейшн 66 московский киргиз встречается с питерским киргизом под ваши бурные аплодисменты. Бег Мамай, Улулу Нурсултан представляет бойцовский клуб Diamond Bar Санкт-Петербург. Его соперник Буровая Арка представляет клуб Айкол Манас, город Москва. Проход пусть гора, проход пусть только. Итак, преддверие второго раунда. Москва против Питера. А в целом солнечный Кыргызстан. Второй раунд. Да, из вас вот это. Нет, белые здесь. Давай,
Тапус головой корпус, что я сын! Правильно! Правильно! Правильно!
işte. Dök işte. Dök, prahot işte, prahot, prahot. Контроль, контроль, вы что? Боец Красного Влада!